Всем приветики. Я уже записывал распаковку на этот усилитель. Вы его уже видели в упаковке и без нее, и инструкцию видели. А сейчас будет обзор. В общем, вот так вот выглядит подключение сзади. Сюда приходит питание. У меня 12 вольт и 4 ампера, а здесь поддерживает с 2 до 5. Сюда идет провод на левый динамик, подключается. Сюда провод выходит на правый. И здесь, кстати, такое подключение довольно-таки легкое. Вы просто берете провода, вот он провод, вставляете внутрь и зажимаете. Вот этот зажимчик снизу прижимает провод к контактику вон сверху. И главное, чтобы у вас провода были не сильно тонкие, потому что он довольно-таки сильно прижимает. Если вы часто будете туда-сюда отключать-подключать, можете переломать тонкие провода. Ну, а напаянный провод хорошо прижимает. И главное не глубоко туда засунуть, потому что может прижать изоляцию вместо самого провода. Ну, а здесь идет уже провод, который подключает усилитель к аудиоустройству. К плееру там или еще к чему-нибудь, чего у вас звук будет идти. Ну, а дальше вы просто включаете, подаете питание. Ну, и вот таким вот образом приходит. Я просто сразу в розетку вставляю, да и все. Можно каждый раз нажимать, вот оно гасит. Нажали, погасло, нажали, загорелось. Но разницы нету. Или вы здесь нажмете, и оно отключится, или вы просто из розетки выдернете. Поэтому я просто включил и никогда не выключаю. Зачем каждый раз кнопку стрикать? Можно просто из розетки выдергивать. Потому что лично я, даже когда кнопку выключаю, все равно из розетки выдергиваю. Поэтому нет смысла мне нажимать кнопку. Вот, поэтому она у меня всегда включена, я просто из розетки выдергиваю. Это у нас громкость регулируется больше-меньше. Когда усилитель работает, освещение, ну, вот этот вот круг всегда горит синим. Ну, а вы просто дальше уже регулируете низа, бас и верха, treble. Ну, и громкость. Ну, и все. Больше здесь ничего нету, ни пульта, ни блютуза. Я так и хотел, кстати. Ну, и по идее он уже работает. Дальше нужно просто... Так, сейчас просто включить нужный звук. То есть мы вот выбираем нужный нам звук. Time to spare. Включаем его. Здесь у нас максимум. Вот он играет уже. И просто добавляем громкости. Вот без это было и басы верха, ну и верха и низа. Уберем низа. Слышно, звук поменялся. Вот он звук стал другой уже без низов. А теперь наоборот, добавим низа, уберем верха. Хотя можно просто убрать верха. Добавим верха. Слышно, более звонче стал звук. Более глуше. Верха добавим, низа добавим. Ну, слышно, да, что работает. Можно все посередине поставить. Так, по идее, оно и должно работать, когда у тебя только выбранные, ну, все посередине стоит. Но это у меня еще в эквалайзере настройка стоит уникальная, то есть басовая. Если без басов, то...
Ну, вот так вот работает. Довольно-таки хорошее устройство, мне нравится. Только когда вот идут басы, получается, когда идут только басы, и басы довольно-таки сильные, когда, ну, здесь выставлены только басы, и на эквалайзере выставлены только басы, и басы сильные, то тогда вот этот вот светодиодик синенький начинает аж мерцать. То есть удар баса – бух, и здесь такое хопа – гаснет. Потом бас проходит после удара, и оно снова загорается. То есть как будто бы не хватает энергии. Я хочу… Поэтому я заказал блок питания на 12 вольт и 10 ампер. По идее… Ну, я заказал на Али, по идее, там не будет 10 ампер, там хотя бы 5, чтобы было. И это как раз будет то, что ему надо, то есть, ну, будет хватать. Потому что здесь 4 ампера, наверное, не хватает. Тем более, что, может быть, там их не 4, а может быть, их тоже 3,2. И поэтому не вывозит, и я заказал поэтому побольше. Можно другую музыку попробовать. Сейчас я включу. Есть такая вот музыка, я уже поставил настройку. Басы вверх, не за минимум. И… Он потихоньку начинает греться. Но не сильно, он у меня работает. Правда, я не слушаю его прям на максимальной такой громкости, но в целом нормально. Вот вам еще немножко музычки. На этой хорошей ноте мы закончим с вами это видео, потому что вот, собственно, весь обзор. Я вам показал, как оно работает, показал, что действительно работает бас, действительно работает верха. Верха, низа, все работает. Кнопка включения тоже работает, но от нее нет смысла, как бы. Вот, включим. А, я же ноль громкость поставил. Сразу выключается. Вот, все работает, все подключается, все легко и просто довольно-таки. Все здесь работает, все круто на самом деле. Но я его не использовал так, чтобы прямо… Единственное, что я не могу сказать, ну, я им давно пользуюсь, все нормально, но я не могу сказать… Ну, что будет, если на нем прям постоянно и долго и громко прослушивать музыку? Потому что я, ну так, им не особо так уж и не на сильно большой громкости и не сильно много музыку слушал. Так, что-то слушал, но прям не выжимал из него максимум, так сказать. Поэтому как он будет работать, если прям на нем постоянно очень громко слушать музыку, не знаю. Но порой, когда прям… На нем жесткие басы какие-то идут, он греется. Хотя он сейчас уже тепленький. Хотя сейчас на улице жара стоит, по-моему, 30 градусов или что такое. Я прям сейчас сам весь стою, записываю. Из меня просто пот течет каплями, прям все капает, прям, ну, я не знаю, жесткое. И потому и он, наверное, греется. Вот. Из-за того, что жара стоит, потому что, ну, как бы, оно и так жарко. А плюс еще техника, помимо того, что, ну, вокруг и так сильно жарко, так еще и техника работает. И тоже, как бы, ну, нагревается. Она и так нагревается без жары, а с жарой она еще сильнее нагревается, потому что она все-таки работает. Вот, поэтому это тоже влияет.
Ну, а так, в целом, такое вот устройство. Мне нравится. Мне очень нравится то, что ты, получается, то, что в отличие от моего предыдущего усилителя, который я тоже покупал на Алиэкспрессе, в котором есть Bluetooth, его когда включаешь, там сразу на всю громкость Bluetooth mode, и это просто жесть. И это никак не уберешь, и получается, каждый раз, когда ты включаешь, оно переходит на Bluetooth и орет об этом вовсю в динамике. И тебе, получается, нужно отключать динамики, включать устройство, усилитель, и только потом их подключать. Либо громкость, или не, или громкость надо выкручивать, включать, и только потом возвращать громкость, то, что она орет. А здесь нет такого. Ты просто включил, все, тишина, спокойствие, и типа, и сразу работает. И даже ничего не нужно трогать. Вот на какой-то громкости оставил, выключил, включаешь, она на такой громкости продолжает работать. Ничего не кричит, не пищит, все, все четенько. Вот именно я так и хотел. Вот. Ну а на этом все. Всем покедова.